Ну что, хейтеры, ваши мозги у меня в руках. Покупать на AliExpress безопаснее с AliTools. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. А всем привет, с вами Тимон, и сегодня очень клевая посылка, она мягкая. Что же там внутри? Хотите узнать? Погнали распаковывать! Да, ребята, это жесть. Я заказал силиконовую форму для создания мозга. Он как бы в разрезе, и с него можно, наверное, слепить целый. А можно и не париться, сделать половинку для пранков там или для прикола на ваш стол, удивить ваших друзей и знакомых. Стоит такая форма 400 рублей, и ссылочку я оставлю в описании. Давайте при помощи нее приготовим желатиновый мозг хейтера, который обычно кричат у меня в комментарии: «Ко-ко-ко, плагиат, ко-ко-ко!» И я в отместку вам сожру ваши мозги. Я зомби. Я буду их делать из фанты, можно из кока-колы, но она черная, а мозг мне нужен розовый. Для приготовления мозга нам понадобится сама формочка, фанта, желатин и красный пищевой краситель. Высыпаем желатин в кастрюльку, заливаем фантой, хорошенечко все перемешиваем и даем с полчаса настояться. Далее добавлю красителя и сделаю мозг красного цвета. Ставим на плиту и растапливаем желатин. До кипения не доводить. Теперь все аккуратно выливаем в форму, и я ее подпер, чтобы края не сгинались. И ставим все на пару часов в холодильник до полного загустения. Ну что, ребята, мозг почти готов, он застыл, и теперь его аккуратно нужно вынуть. Вынимается он, кстати, силиконно легко, это вам не бутылки из кока-колы разрезать. Ребята, мозг получился великолепный, его можно сделать цельным, сделаю еще такой же, но мне это не нужно. Блин, он крепенький, такой приятный на ощупь. Хейтер, лапочка, лапочка. Фу, половая тряпочка. Как же его приятно шлепать. Я угораю. Я же хочу немного правдоподобности. Я сейчас полью сверху оставшийся желатином из шприца и придам ему такой скользкости, типа слизь сверху, как у настоящих мозгов. Смотрите, как прикольно получается. Он как настоящий. Сейчас я накапаю на стол типа крови и возьму мой керамбит. Давайте я потыркаю в него своим керамбитом. Ну что, хейтеры, ваши мозги у меня в руках, и я могу с ними сделать что угодно. Как же это приятно осознавать. Короче, отрежу кусочек и заценю его на вкус. А с фанты прикольно получилось. Лайк мне за это. Вкуснее, чем с кока-колы. Мозг реально прикольно получился. Очень реалистичный. Так прикольно шевелится. Короче, я доволен покупкой. Мне очень понравилась эта формочка для мозга. Она мягкая. И с нее реально можно будет печь торты, там, делать желатиновые мозги или гигантский мозговой кубик льда. О, прикольная идея. Если вам понравился мозг хейтера из фанты, поставьте мне лайк за старание. Хейтеры, ставим дизлайки. Я все равно съем ваши мозги. Не забываем про конкурс на 2 CSGO или 2 премиум аккаунта Модкрафта с полным доступом. Все условия описания. Мозг, скажи всем пока. И я прощаюсь с вами. Всем удачи и пока-пока.